Ну что же, всем доброго понедельника, друзья. Мы начинаем наш репортаж с игр первой лиги. Состав играющих команд. Начну с номинальных гостей. Команды из Кемерово. Выступает она в желто-черной форме. Налево Гусевой. Гусева за счет дриблинга двигается и пробивает. Вот сейчас прорыв хороший в штрафную. Ждем передачи. Передача идет, в принципе, в хорошую точку, и дальше уже Гусев удар наносит. Но Краснодар очередную свою атаку начинает, но, несмотря на несколько ударов, которые футболистки Краснодара нанесли, в принципе, вот 15 минут у нас практически сыграны, а каких-то моментов, вот, может быть, сейчас, и забивается гол. Долго как раз арбитра в экранах. Ну вот мы смотрим уже такую завершающую стадию. Ткнула носком левой ноги. Будет там стараться мячи цеплять. Еще одна атака правой бровкой. Истребинская, удар. Именно Кузбасу финишировать вторым. Передача в штрафную. Проходит на Истребинскую. Она скидывает дальше. Ну и здесь нужен удар. И удар идет по центру ворот. Тем же он только проходит. Передача на Гусеву. Фролова включается. Подача очень удобна. И это второй гол. Да, очень классная подача Фролова. Еще в полете, когда был мяч, уже чувствовалось, что если откликнется на нее кто-то из футболисток Краснодара, то это будет очень-очень опасно. Ну и теперь очень хорошая такая двухходовочка получается. Самойленко. Передача на Истребинскую. И не попадает она по мячу. И вот еще такой навес. Может пройти. Проходит. И Станового. Браво. Еще добивание. И хорошая от Пешина из глубины. Ну что, Жукова, конечно, должна была забивать. А вот уже добивание Щербинина. И мяч прошел. Ну и давайте отдохнем немного и вернемся уже ко второму тайму, посмотрим. Будем сейчас с вами смотреть Горячего, арбитр из Рязани. Ну вот дождалась и дает. Свисток в начале второго тайма. Фролова, не знаю, может быть и неумышленно, но вот так под ноги и упала, и в итоге. Наблюдаем за передачей, за очередной, и смотрите, какой момент. Вот он, шанс. Жукова готовилась уже. Хорошо нам открывалось несколько футболистов Краснодара. А вот какой момент придумали. Минуты. Ну, понятно, что здесь игры играются 2 по 40. Поэтому у нас сыграно 10 минут. А вот момент опасный. И Станового, кстати, снова. Жаркова сразу пропустить. И очень хорошо ушла от Надымовой. Смещается дальше. Играет в центральную зону. У Фроловой огромное свободное пространство. Она пробивает. И вот такой бросок. Самая удачная передача идет. Самойленко на мяче. Будет пробовать обыграть. Обыграл Надымову. Отдает дальше. Ну что, Жаркова. Момент. И Ливерка. Дальше на Болдыреву. Та вот так пропустила, чтобы взять дугу. И получилось у нее в итоге убежать от соперницы. И дальше надо выводить. И о-хо-хо. Комичный, конечно, у нас мяч залетает в ворота. И вот вы видите сами. Но при этом голкипер уже был отыгран. И Кузбас пытается, наверное, уже такой, может быть, гол престижа некий соорудить. Ну, попытка удара. 2005. Два гола молодежки Енисея. Гол Байкалу. Два гола победе. А у нас еще один мяч долетает. Тем временем вы видите, что и партнеры так за нее порадовались, потому что, конечно, если бы ушла после мяч, и уже готовится как раз судья дать свисток. И вот он звучит. Поздравляем команду Краснодар Рэм с выходом в финал. Завтра поборются они за первенство первой лиги. Ну что ж, давайте с вами теперь какое-то время отдохнем и уже где-то примерно минут через 20 вернемся в эфир и посмотрим второй полуфинал.